всем огромный привет! С вами сегодня, как же, Олежа Кофе. Мы возвращаемся, вновь возвращаемся в эту прекрасную замечательную игрушку под названием Кафе Овнер Симулятор. Ну что, друзья, сегодня я готов рубить лавы по полной программе. Прочитал абсолютно все комментарии под предыдущим роликом, за что вам огромное спасибо. Теперь я знаю, как нужно правильно рубить деньжата в этой игре. Ох, дорогие клиенты моего ресторанчика, приберегите баблишко, ведь сегодня вы будете его тратить по полной программе. Сегодня мы будем облапошивать людей и просто зарабатывать на этом миллионы. Поэтому, друзья, вам перед началом этого ролика желаю обязательно приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайк и, конечно же, подписываться на канал. Ведь сегодня мы с вами станем настоящими миллионерами, а то и миллиардерами, я не знаю. Может быть, вообще выскочить какое-нибудь предложение продать наш ресторанный бизнес, соответственно, за какую-то просто нереальную круглую сумму. Кто его знает, чем закончится вся эта история. Ну, так или иначе, до конца нам ее с вами нужно довести однозначно, потому что, бизнес семейный продолжать нам с вами надо по-любому. Ну что ж, как вы помните, в прошлом ролике у нас вообще произошла максимально странная ситуация. У нас там было реально ЧП. У нас и одновременно пожарные приехали, оштрафовали нас, и одновременно торнадо просто повыбивало нам там все стекла, соответственно, да? Вот, и я вот одного не понимаю, почему картины. Мы же с вами ставили картины, куда они вы пропали. Я вот этого вообще не понимаю, если честно. Ну что ж, ладно, давайте. А, еще огромный поток клиентов у нас был, потому что мы закупились там рекламой на много-много-много денег. Соответственно, мы вообще банально не могли никак не справиться. Ну а сегодня я знаю решение всех проблем, поэтому я уверен, на 100% у нас получится все. Буквально в смысле все. Ну что ж, давайте начинать наш рабочий день. Соответственно, рабочий день Олега Кофе, с чего он состоит? Значит, мы такие заходим в мой ресторанчик, да. Я там здоровый, Санечка, Солечка там. Мы там даем храп друг другу, соответственно, спрашиваю, как у них вообще настроено, боевой заряжен на сегодня день, соответственно. Ну и все. И как бы больше ничего делать-то и не надо. Ладно, на самом деле, значит, смотрите, первое, что я прочитал в комментариях, это то, что нам с вами нужно по-любому назначить сотрудника на кассу. Назначить работника, соответственно, да? И вот как раз мы с вами наняли Оливера, у него скорость работы 7 из 10, коммуникация 10 из 10, мотивация 10 из 10. Как будто бы вообще идеальный сотрудник, если честно. Поэтому Оливер у нас встает на кассира, соответственно, и будет обрабатывать наших клиентов. Значит, идем дальше. Значит, нам с вами надо расширить немного зону кухни, зону готовки, да? То есть поставить еще вот такие вот кухонные столы, потому что, ну, реально, объективно, мы не успеваем делать по 2 блюда. Этого очень мало, этого реально недостаточно. Поэтому, ребята, как я уже сказал, планы у нас сегодня, конечно же, просто гигантские. Также вы написали в комментариях, чтобы я убрал вот именно этот стол, да, потому что, ну, вот так вот посимпатичнее уже смотрится, согласитесь, да, вот так вот уже поинтереснее. Единственное, мне вот этот стол тоже не нравится, но, опять же, я не знаю, ну, можно в целом, можно, наверное, как-то вот так вот, хотя, не, он на проходе будет стоять, да, прямо на лестнице, да, да тут тоже он как будто бы прямо на проходе будет стоять, ну, как будто бы не то вообще. Ну, давайте продадим, ладно, у нас будет 4 просто посадочных места. Ну, вообще зашибись, а? Чё сказать, чё поделать? А ну, тут ничего не поделаешь, да? Красота требует жертв, как говорится. Согласны? Согласны. Значит, смотрите, что мы с вами сейчас делаем? Нам еще с вами надо по-любому... Так, у вас есть неоплаченные счета, оплачивать их вовремя месяц, но это я знаю. Это я знаю, сколько у нас там, 6 долларов. Ну, а 17 долларов, вообще нормально. Вот, и второе, обязательно, что мы с вами должны сделать, это увеличить стоимость наших блюд, потому что стоят они вообще реально копейки. Вот, поэтому мы с вами поднимаем ценник, тем более уровень нашего ресторана позволяет нам этого сделать, потому что у нас 5 звезд, соответственно, да? Если вы только мешали... О! Это что? Нет, ну только не торнадо опять, ну пожалуйста! Ну нет, ну только не это, ну только не это! Да мы же только начали рабочий день, ну что же это такое-то, а? Ой, проблема на проблеме, ей-богу, да? Ну вот стоило начать только, понимаете, работать, и вот просто все идет по одному месту, ну как это понимать-то, а? Ладно, пусть стекла убивает, с этим мы уже ничего не поделаем. Значит, давайте, смотрите, заходим в мой ресторан, меню. О, все, значит, смотрите, пицца кантри у нас, да, поднимаем стоимость ее 10 долларов. Пицца 4 сыра поднимаем, стоит она у нас теперь... А погодя, если... Ух, ему! А насколько ценник тут поднять-то можно? Так, ну ладно, эти блюда мы на самом деле пока не трогаем, потому что у нас их вообще еще, в принципе, нету, да, как бы вообще в меню. Капец, мы пиццу и пирожные все это время продавали просто по 6 долларов. Это вообще, это что за скидки такие? Скажите, пожалуйста, нормально, что у нас там на фоне стекла разбиваются, да? Так, хорошо, значит, мы с вами поднимаем ценник пиццы и пирожные. Соответственно, ставим ей... Давайте 20-ку. Я думаю, 20-ка нормально, ну, типа, для нашего ресторанчика, да, для уровня нашего ресторана. Суши Филадельфия сделаем подешевле на 5 баксов, соответственно, да, лазанью.
лазанью мы сделаем, давайте также за пятнарик. А грибной супчик давайте мы сделаем с вами за... Ну, вообще, как бы, вам по идее должен дешевле стоить. Ну, пусть будет 16, как бы. Тут, ну, как бы, доллар минус, доллар плюс, как бы, там не играет, а свою разницу, как бы, да, для наших клиентов, я считаю. К нам просто приходят только там сами, знаете, звезды, богатенькие такие клиенты, у которых постоянно набит кошелек деньгами, поэтому я думаю, что такие цены для них максимально приемлемы, соответственно, да? Ну, вот смотри, 20-ку за индейку нормально же, да? Даже можем больше поставить, смотри. Вот, давай 20... Вот, давай 27 баксов поставим, да? Так, паста карбонара, соответственно, тоже на максималочку выкручиваем. Значит, сколько? Ну, давайте 19 баксов, да? Ну, мороженое за 7 долларов, это даже за 10, это, конечно, дофига, я вам хочу сказать. Это очень... Ооо! А с каких пор я могу бургеры делать? А я могу добавить эту позицию в меню? Блин. Чем выше цена блюд, тем больше чистая прибыль. Но не забывайте, что цена влияет на оценку посетителей и рейтинг ресторана. Красный индикатор цены, высокая цена, зеленая низкая. Но это я понимаю, да. А меня один вопрос интересует. А может, как-то мы... Блин, ну как будто бы мороженое в нашем ресторане, хотя это десерт, хотя, блин, а как? Я хочу больше блюд, чтобы было в нашем, так сказать, ресторанчике, да? Давайте, ладно, уберем грибной суп, соответственно, да? И вместо грибного супа мы поставим какой-нибудь... Ой, тут Биг Мак и двойной чизик, то! Слушайте, ну вообще, выглядит максимально аппетитно, я вам хочу сказать. Ну давайте классику, давайте двойной чизбургер, соответственно, да? И будем его продавать за... Ну пусть он будет стоить 17 долларов, да? Дороговато, знаю, соглашусь, я понимаю сюда, но... Времена тяжелые, понимаете, зарабатывать денежку каким-то образом надо. Так, ну и по сути все, осталось лишь только закупить продукты, соответственно, нам с вами, да, потому что я все время, я прочитал комменты, я понял свою ошибку, что я каждый раз нажимаю на вкладку продать, а нужно нажимать просто на сам продукт. Вот, например, у нас закончилось с вами, что это у нас такое, маслину, на ней мы с вами не нужны. Вот, миску нам с вами надо, соответственно, да, отлично. А, соответственно, нам нужен с вами еще сыр, а после этого нам с вами что еще надо-то вообще, погоди. Но у нас какие-то блюда, у нас уже просто что-то заканчивается, поэтому мы можем в целом что-то докупить, потому что рано или поздно продукты все равно закончатся. Поэтому пусть лучше будет больше, чем меньше. Соответственно, да, чтобы в моменте, в очень важном моменте у нас, соответственно, все это не профукало. Так, что у нас очень много грибов на самом деле, я не знаю, наверное, может... А тем более мы убрали позицию грибного супа, как бы, поэтому нормально. А, так, что мы еще с вами можем, что нам еще с вами вообще надо? Нам грибы не нужны, не надо, не надо. Так, колбасы у нас много, помидоров нормально, чеснока дофига, кетчупа много. Что нам еще надо, погоди. Это мы купили, картошка фри нормально, это нам не надо, это не надо, не надо. Вот рыба нормально нам надо, и вот этого мяса нам надо. Тесто давайте закупим, капусточку, соответственно, хлебушек. Ну, вообще все по полной программе. Индейку закупим, это я не знаю, что такое, но возьмем тоже, потому что заканчивается. Ну и в целом все. Ну вот, пожалуйста. Блин, вот только стоило выйти на работу, а уже ночь наступила. Ну, ёк-макарёк-то, а? Ну вот как работать в таких условиях-то, скажите мне, пожалуйста, а? Так, все, значит, сейчас нанесем все коробки в холодильник, соответственно, чтобы это дело все не испортилось, не протухло у нас. И после этого, я думаю, мы займемся с вами расширением нашей кухонной зоны, потому что там действительно мало места. Точнее как, есть свободное место, которое можно было использовать для увеличения. Чем мы и займемся сегодня. Ой, холодно в этом морозильной камере вашей. Вот, честно говоря, даже заходить туда больше не хочется. Ну что ж, вроде бы все продукты мы туда закинули. Это хорошо. Соответственно, далее мы с вами... Нам еще прибраться на территории нашего ресторанчика надо, потому что и починить стекла. А, кстати, где стекла? Вот, вижу одно стеклышко, сейчас починил. Да, торнадо, конечно, это максимально неприятная штука, соответственно, и порой происходит вот именно такие вот делишки у нас, да? Так, я не понял, это кто там ошивается возле нашего бизнеса элитного-то, а? Куда побежал? Нормально, я хотел вообще денежку ему дать, и он обиделся на меня. Ну, братишка, ну ты чего, елки-палки, да? Так, ну вообще, на самом деле, перед открытием у нас с вами как раз сейчас 2 часа ночи, соответственно, да? У нас понедельничек, вот, поэтому я предлагаю, мы же открываем двери обычно там во сколько, в 11-12 утра, соответственно, я... Вот, мы сейчас немного еще красиво тут все расставим, соответственно, да? Нам с вами надо, опять же, повторюсь, расширить вот эту кухонную зону, поставить еще пару картин, потому что я не понимаю, куда они делись вообще, если честно говоря. Вот, ну и тогда мы уже можем запускать клиентов, и в целом все, и вообще дело в шляпе, как говорится-то у нас, да? Так, а давайте сразу посмотрим, что мы можем с вами поставить. Давайте какую-нибудь картину красивую, интересную такую, прям живопись какую-нибудь, чтобы люди смотрели, наблюдали на нее, красовались, понимаете, чтобы можно было, чтобы это добавляло какого-то комфорта в наш ресторанчик. Соответственно, вот эту картину, так, а вот эту картину можно, давайте, наверное, а давайте вот сюда ее повесим, а? Как вам идея? Предложение хорошее, считаю, нормально. Так, и вот сюда надо какую-нибудь такую маленькую, небольшую картину. Вот. Идеально. Просто идеально, да? Слушайте, я еще читал комментарии. У меня был спор по поводу телевизора, значит, в прошлом ролике. Нужен, не нужен. Вообще, кто-то написал, что это нормально, когда в ресторане есть телевизор. Ну, я что-то, конечно, не видел такого, конечно, давненько. Но, в целом, пока я
наверное, не будем этим пользоваться. Так, а толчок у нас сохранен. Нормально, толчок живой, самое главное. Так, и вот сюда можно, на самом деле, наверное, какую-нибудь картину бы повесил бы, я не знаю, да. Ну, то есть, такое чисто, но чтобы просто придавало настроение, соответственно, да. Ну, а как без этого, скажите-то, пожалуйста. Так, где у нас картина? Я что-то запутался. Вот они, так, и вот. Ой-ой-ой. Ну, дорого-богато, ребята, реально, дорого-богато, вы посмотрите-то, а? Я не могу, прям радость, понимаете? А лампы ж были еще у нас, да ёк-макарёк, да что ж такое-то, да? Вот все каждый, куда все пропадает постоянно-то, я не понимаю, да? У нас там эти бомжи подворовывают, что ли, или что, я не пойму. Так, это мы тогда, смотри, мы тогда делаем сейчас, так, это мы ставим вот сюда, это мы ставим вот сюда. У нас еще одно разбитое окно оказывается, кстати, надо его тоже починить. Это мы ставим туда, ту лампу мы уберем, а что не ставится? А ну-ка, вот, поставилось, и это мы также ставим сюда. Так, вот эту лампу мы с вами продаем, вот эту лампу мы с вами тоже утилизируем, и вот эту лампу мы с вами тоже убираем. И вот это окно надо заделать, и все, и дело в шляпе, по идее, да? Конечно, не так много мест пока что для наших посетителей, из-за того, что у нас вот это вот пространство, оно просто, оно неправильно расположено здесь. Такая планировка просто какая-то немного неправильная, если честно, да? Котя, котечка, чего такое? Кого увидел там, а? Кого увидел там, а? На кого охотишься, а? Ты давай мышей лови, тут крыс вонючих этих лови, давай, чтобы в ресторанчик нам не попадали. Оказалось. Так, ладно, ну что, давайте приступим к обустройке. Значит, что нам там, кухонный стол, по-моему, надо, если я не ошибаюсь, да? Кухня, кухонный стол. Мы можем, кстати, у нас до этого был кухонный стол за 110 долларов, мы можем сейчас поставить за 250 баксов, соответственно, да? Ну, то есть, как бы, уже прокачка будет идти по полной программе. И давайте мы его с вами как раз-таки поставим, наверное, с этой стороны, потому что сюда он никак не... Хотя, вот, если сюда его вот так поставить... Но это идейка на будущее, соответственно, да? То есть, если мы еще больше захотим расширяться, то, как бы, можно будет вот так поставить как раз-таки кухонный стол. Так, ну все, красотища ты, посмотри, какая-то, а? Ну, вообще шедевр, просто шедевраль. Так, а единственное, что нам, вот мне не нравится то, что у нас одна плита только, да, у нас какие плиты вообще доступны? У нас есть вообще вот эта плита за 360 баксов, понимаете, да? И мне кажется, что производство нашей еды как раз-таки пойдет намного быстрее, соответственно, поэтому давайте немного модифицируем. Холодос тоже удаляем, эту раковину тоже удаляем, нафиг нам это надо вообще, а? Так, и давай тогда сразу, смотри, сразу, вот она, печка. И холодос новый сейчас поставим, вот этот вот, отлично. Ну, слушайте, прогресс есть, это радует, понимаете, да? А у нас не такой же был этот, или мне кажется? По-моему, такой же. Ладно, могу ошибаться, конечно, могу... Вроде такой же, а вроде не такой же. Но стоит он дороже явно, поэтому нормально. Так, у нас есть вот такая вот газовая плита, она стоит у нас 360. А, печка у нас, да? Ну и плита одновременно. Она стоит 360 баксов, и мы поставим ее вот сюда. Соответственно, идем дальше, теперь нам надо с вами поставить умывальник. Умывальник мы можем в целом поставить, наверное, куда-то вот сюда. А вот там не ставится уже умывальник. Там мало места, оказывается, да? Давай раковину вот такую поставим, я думаю, нормально. Я думаю, на первое время, ну как на первое время? Уже не на первое время, а на второе. Ну, в целом нормально должно сойти. Так, а что гриль у нас делает? А, гриль же нам нужен для этого. Для картошки фри. Тогда нам пока не надо же, да? Или надо? Не, ну вообще гриль же там еще мяско жарит, соответственно, все остальное. Пусть будет, лишних не будет, так сказать, да? Тем более у нас с вами есть деньги, поэтому можем, так сказать, это. А вот кухонные шкафчики вообще для чего нужны? Я вот, кстати, вот это вот так до сих пор-то и не понял на самом-то деле, а? Так, а погоди, а нам надо с вами вытяжку еще одну поставить, мне кажется, да? Вот куда-то, наверное, сюда нужно поставить нам с вами вытяжку. Блин, ну и чтобы, конечно, красиво было максимально, можно еще сюда куда-нибудь, но тут у нас нету никаких таких объектов, которые задействованы, поэтому пока не будем трогать. А, так, что еще? Раковину мы с вами поставили это. Вот, шкафчики. Давайте шкафчики еще поставим куда-нибудь. Я просто немного реально не понимаю, для чего вообще в целом нужны эти шкафчики, потому что они... Ну, а что они? Так, честно, декоративные или как, просто понимать? Я вот этого не понимаю. Ну, красота! Посмотри, а? Красотища какая-то, а? Так, осталось ли только соединить, соответственно, сейчас все электроприборы с розетками. Вот, допустим, вот так вот мы делаем два электропитания. А куда, погоди? А вот сюда. А куда подключать? Так, вот это хороший вопрос на самом деле. А ну-ка, электропитание. А, мы вот так вот делаем и вот так вот вставляем. Отлично. Так, вот это же, тут же не надо, да? Тут же не надо. Нам нужно вот для вот этого электропитания, соответственно, мы вставляем его сюда. Вот, и холодос для чего нужен, вообще не понимаю, если честно. Потому что как бы у нас есть напитки, прохладители, но они никак не используются. А где у нас? У нас же еще розетки были, не? У нас же было дофига розеток, по-моему. Или я ж, ну я ж не могу ошибаться. Не-не-не, я точно... Вон она, вот, замаскировал, я же говорю, я же помню. Ну все, смотри, какая у нас история получается, а. И почти успели к утру. Так, а что у нас? А, вытяжка, да? Вытяжку еще надо подключить. Ну ладно, мы розеточку докупим. Я думаю, в принципе, ничего страшного. Поставим ее прямо вот здесь вот. Ну все, вообще красота. Так, соответственно, что, мы с вами электропитание подключаем. И все, вот она, кухня мечты, дорогие. А что не подключилось-то, а? Подключайся. Ну,
Подключить? Вот, все, другое дело. Ну вот она, кухня мечты, ребятки-то, а? Красота! Осталось нанять нам еще одного, на самом деле, сотрудника. Так, нам с вами надо зайти в менеджмент, соответственно, да, и заплатить хедхантеру нанять. Так, давайте, значит, смотрите, мы тут заплатим это, зарплату, соответственно. О, результат пожарной инспекции. Добрый день. Вот, это я понимаю. На этот раз мы не получили никакого штрафа, потому что мы соблюдаем все нормы безопасности. Это меня радует. Так, мотивацию, соответственно, поднимаем. Зарплату мы вовремя выплачиваем нашим сотрудникам. Мы их максимально уважаем. Так, а Брэндона, давай мы вот его сюда поставим, наверное, да, назначить работника. Брэндон, погнали. И теперь, мне кажется, мы сможем, да, вот, а теперь мы ему просто мотивацию прокачиваем, соответственно, ну и все, у нас все сотрудники готовы работать, это вообще кайф. Так, ну что у нас, блин, ну кухня, кстати, прикольная. Мне даже нравится на самом-то деле, а. Ну что ж, наш ресторанчик вроде как готов открыть двери, соответственно, да. А давайте, знаете, что еще напоследок, соответственно, сделаем, да, мы смотрим, мы сейчас с вами что сейчас делаем, сейчас такую красоту тут наведем, только я не помню, где это находится, погоди, а где это реально находится-то, погоди секунду, ковер, экстерьер, а вот здесь, во, и вот надо куда-нибудь сюда хотя бы поставить просто вот это растение, чтобы просто здесь нормальная экология была, то чтобы рядом с мусоркой, так сказать, не воняло, да, но чтобы нормально реально было, объективно. Так, и ну, кухню можно поставить, ну ладно, на кухне не надо ставить, наверное. Ну, а, па-па-па-па-па-па, сломалась поломочка, сейчас мы заменим, разное, детектор дыма, поехали. Ну все, ну красота, красотища же, ребята-то, а. Ну мы тогда готовы открывать нашу дверь. А, реклама, забыл совсем про рекламу, точнее. Давайте маркетинг, соответственно, да, и давайте закажем. Вообще, самая дорогая реклама была у блогера, соответственно, вот этого маркетинга, да. Давайте мы, наверное, с вами ее и закажем. Вот, соответственно, 297 баксов в день. Нормально. Среднее время ожидания клиента 27 секунд. А что так много? А что так дофига? Это мне не нравится. Это мне вообще не нравится. Ну-ка, погоди. Стоять. Надо заказать еще немного рекламы. Тут что-то как-то вообще не то. Так, включаем и... Ой, погоди, делаем мы с вами 5 дней. Включаем, $175. А теперь сколько у нас? Два... Да, ёк-макарёк, да как-то... Ладно, нормально. Вы выплатили зарплату $240. Вы успешно платили услуги маркетинга. Отлично, замечательно. Ну все, открываем ресторанчик. Погоди, вот... Ну вот сейчас откроем точно. Ну, откройся, пожалуйста. Вот, открыто. О, все, вот теперь мы с вами открыли ресторанчик и готовы распахнуть двери нашего ресторана для наших уважаемых посетителей. А, так, а окна. Опа, кстати, вот это надо починить. Смотри, опа, плиточка у нас тут сломалась. Тут у нас вообще все в порядке должно быть. Здесь у нас вообще красоти. А, нет, смотри. И с этой стороны тоже небольшие неполадки. Вот и первые клиенты, ты посмотри-то, а. Заходим, ребята, внутрь. Заходим, не проходим мимо. Самая вкусная еда, самая вкусная пицца, самая вкусная лазанья и бургер только у нас в ресторане. Так, а... Ой, блин. Ну вот я как знал. Нет, я... Вы, кстати, я читал комменты, вы написали, что можно, в принципе, купить просто этот инструмент, соответственно, вот этот дрель за 500 баксов, да? И мы можем таким образом чинить поломанные, так сказать, все вот эти вот инструменты, не инструменты, да, электронику, все вот это вот. А ну-ка, а принял заказ, да? Уже начали готовиться, я могу вообще ничего не делать теперь, ты глянь, а? Вау, это офигенно, это реально офигенно. Я вообще, ты смотри, я могу вообще ничего не делать. Ты посмотри просто, а. Они там сами себе что-то делают, соответственно, все. Вообще кайф просто. Сейчас я раньше так не делал. 57 баксов счет, нормально. Ну, слушайте, все, клиенты прут, соответственно, да. Клиентура поперла, и это хорошо, это прекрасно. Я вообще могу реально стоять и нифига не делать. Единственное, кстати, интересно, как продавать вот это. Инвентарь продать, передвинуть. Вот посмотрим, может, люди сами должны, типа, подходить к этой стойке и, типа, что-то покупать или чего. Так, а блюдо? О, и блюдо он тоже относит. Так это же вообще прекрасно. Я сначала подумал, что это просто кассирка, который просто принимает заказы, но он еще и как официант работает. Имба, вот это я понимаю. Так, а бабки он забирает или не забирает? Надо камеры, кстати. О, уровень повышен. Поздравляю, уровень вашего ресторана повышен. На ваш банковский счет уже поступили бабосики. Это прекрасно, это замечательно. Ну что ж, а, так, погоди, швабра. Надо вот это все убрать, соответственно, туда. Конечно же, а как иначе-то, а? Слушай, ну блюдо уже готовится просто по полной программе. Ты посмотри, какая у нас полная посадка. У нас практически полная посадка в ресторане. А бабки, кстати, он не забирает. $14 плюс. Отлично. Так, ребята, всем приятного, наиприятнейшего аппетита. Ты смотри, моментально обслуживает клиентов. Ну, это разве не уровень, ребята, скажите, пожалуйста, а? Вон, посмотри на бедолаг этих, работают только так, там, с кастрюлями, с ножиками, там, мансует туда-сюда. Вот это я понимаю, история, вот это я понимаю. Так, денежку забираем, мусор убираем. Так, ребята, тут у вас как? Нормально, все хорошо, все в порядке. Ну, слушайте, и по деньгам, на самом деле, то есть здесь заказов $100, то есть это
где-то 100 заказов касается, то есть это вообще нормально. До этого было, конечно, все в разы тяжелее, так сказать. И приходилось искать всякие банки с деньгами, соответственно, да, которые распрятаны по карте. И там много еще всяких заданий надо было выполнять. Так, а че, кто-то пахал уже? Деньги, 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 где деньги? Где деньги? Клиентура, где деньги? Деньги, деньги, нужны деньги. Срочно нужны деньги. А я вот этого не понимаю. Как они должны это покупать, скажите? Типа, вот-вот. Пора решать бизнес, приобретите полки для продажи чипсов, шоколада и воды. Продайте 20 не товаров с пол. Как продавать-то, скажи? Мне типа нужно. Ой, уже очередь у нас, а смотри, а? Красота. Вот за таким реально приятно наблюдать. Очень приятно наблюдать. Так, и у нас с вами еще немного мусора, соответственно, на улице. Надо все вот эти листья после торнадо убрать. И вообще кайф. Слушайте, мы с вами неплохо устроились, я вам хочу сказать. На самом-то деле, да? Бизнес прет-то в гору, судя по всему, сейчас у нас. И это меня радует. Это не может не радовать, понимаете, да? Так, где-то еще листья? Их обязательно надо найти. И у нас, кстати, там еще висит одно какое-то дополнительное здание. В принципе, его тоже сегодня можно выполнить. Фастфуд, добрый день. Наша компания хочет предложить вам проект фастфуда заведения. И мы за это получим с вами 5 тысяч долларов. То есть вообще прекрасная история, да? Поэтому я еще предлагаю. Мы сейчас с вами отработаем вот этот день, и, соответственно, после этого отправимся на вот этот выездной заказ, обустроим ресторанчик и получим деньги. Огромные деньги, 5 тысяч долларов на дороге не валяются. Уже даже посетители жалуются, что нету свободных мест в ресторане. Понимаете, да? До чего дожили-то, а? Просто у нас настолько прет клиентура, что нету свободных мест в ресторанчике. Ну это кайф. Это вообще полная посадка всегда приветствуется. Конечно же. А вот надо заранее столько бронировать. Да-да. Надо было забронировать заранее, чтобы сесть в нашем ресторане. Конечно. Не каждый день побываешь в ресторанчике с 2 звездами Мишлена, соответственно, да. Поэтому как бы уровень говорит о себе. А, значит так. Че, у нас день там почти заходит в завершение. У нас уже 5 часов вечера, соответственно, понедельника. Но клиенты все равно идут и идут, соответственно, своими денежками, с миллионами своими. Ну, ладно, если бы с миллионами, было бы, конечно, здорово. Я еще что думаю? Мы с вами в целом, если выполним сегодня вот этот заказ, который у нас висит на почте, мы с вами сможем расширить и получить доступ ко второму этажу. То есть мы будем расширять наш ресторан, потому что реально с полной посадки надо что-то делать. Как видите, мы немного не справляемся с клиентами, потому что столов у нас не бесконечное количество, к сожалению, да, а было бы очень здорово. Ну вот, единственное решение, это, конечно же, расширение нашего бизнеса. Поэтому мы с вами должны сегодня нехило так поработать, чтобы дойти до этой цели. Ну, братишка вернулся ко мне, а можешь тебя накормить бесплатно, братан. А, добрый день, я не ел 3 дня и не пил. Я хочу купить еды и бутылочку воды на ваш мусорный бак пуст. Я ничего там не нашел. Дай мне 50 баксов, когда-нибудь я верну свою прошлую жизнь, верну себе эти деньги. Ну ладно, держи, братан, держи. Я как понял, просто с ними лучше не конфликтовать, на самом деле. Они там порчу наведут на нас и все, понимаете. У нас весь бизнес ко дну пойдет, реально, я вам серьезно говорю. Так оно и работает, понимаете, вот. Поэтому лучше заплатить, что нам 50 баксов это мы 3 блюда продадим и заработаем. А ему приятно сделаем, так сказать, да. И как бы проблем никаких не будет. А то он потом прибежит, стекло нам разобьет. На больше денег на установку нового стекла поставь. Я же знаю, как это все работает. Вот, поэтому лучше так, чем по-другому как-то. Вот я только одного не понимаю. Нафиг мы вкладывали столько денег в туалет, если в него даже никто не ходит. А скажите мне, пожалуйста, а? Ну реально, объективно. Вот у нас есть толчок. В него вообще, я сколько играю, ни разу не видел, чтобы кто-то сюда зашел. Ну вот для чего, спрашивается, а? Так, чисто для приличия, чтобы он просто существовал, был. Но это не дело. Это как неуважительное по отношению к толчку, разве нет? Странно, конечно, странно, но все поделать. Такая вот игра. Правила игры, к сожалению, нарушать никак нельзя, поэтому придерживаемся четко, строго по плану идем. Ну толчок бы реально, как будто бы он лишний здесь. Я бы уж там еще одно помещение какое-нибудь сделал или просто бы расширил. Ну потому что реально, объективно, никто не ходит в этот туалет. Ну вообще никто. И меня это реально триггерит. Потому что в прошлом ролике мы потратили на этот туалет 10 тысяч долларов. Десятку мы с вами заложили в этот туалет. Понимаете, да? Это вообще жесть какая-то, реально. Ну что ж, я думаю, мы с вами уже в ближайшую минуту будем, наверное, закрывать двери нашего ресторанчика, потому что время уже подходит к полуночи, соответственно, да, уже к 12, а в 12 мы с вами обычно закрываем. Вот, поэтому... Ой, погоди, не туда зашел. Ну, я думаю, все, дверьки мы закрываем однозначно. Единственный, конечно, минус, что мы с вами за работу... Не, ну мы, кстати, нормально сегодня по деньгам получили 600 баксов, да? Получили, на самом деле, больше, просто там еще были некоторые небольшие расходы, соответственно, так или иначе, да? Вот, но проблема в том, что мы с вами потеряли 1 звезду рейтинга, не знаю, что я тут стараюсь, я только так за всеми слежу, чтобы была конкретная чистота, чтобы вообще и пылинок тут никаких не было, и вообще ничего подобного. Поэтому интересно, из-за чего это у нас упал рейтинг? Возможно, из-за того, что некоторые посетители не попадают в рестораны, типа оставляют какие-то негативные, там, я не знаю, комментарии. Возможно, конечно, из-за этого. Но других причин у меня реально никаких нет, потому что скорость у нас обслуживания на высоте. Персонал у нас, значит, приятный, добрый, так сказать, да, ухоженный. Ну, то есть, как бы, вообще все хорошо. Ну, реально все хорошо. И вот в чем проблема, я, честно говоря, не понимаю.
А все, сейчас у нас последние клиенты блюда доедают. Ресторанчик наш закрыт. И кстати, для начала закройте и освободите заведение. А, ну надо подождать. У нас там вроде что-то У нас там что-то появилось вроде прикольное. И я вот хочу это затестить. Сейчас вот эту вот мазаль. Да я свою пепперони. Давай быстрее, пожалуйста. О, спасибо. Все, давайте. Будем вас ждать завтра. Хорошего, приятного вам дня, вечерка, соответственно, ночи. Все, давайте, до свидания. Значит, смотрите, мы с вами заходим на сайт, и по идее, у нас с вами была разблокирована. Так, а где она находится? Вот, продаж. Во! Смотри, какой, а! Только вопрос, куда это ставить? Ну вот объективно, куда это поставить нам с вами? Ну, если мы ставим эту штуку сюда, то мы сразу просто жертвуем ну, несколькими какими-то местами. Ну, типа, это же прикол вообще какой-то, не? Как будто бы такого быть не должно. Давайте попробуем так или иначе. Ну, просто меня это напрягает. Ну, что, типа, каждый раз у нас какая-то перестановка, каждый раз у нас все по-новому. Как это работает, скажите, пожалуйста, а? Так, а нам как вообще это ставить? Погоди, нам это, по идее, это вот, по идее, как-то так, наверное, да? И как-то... И это тоже подвинуть, да? Ну вы издеваетесь, что ли, а? Ну ёк-макарёк, ну что ж такое-то, а? Так, а вот теперь должна пролезть. Только вот я надеюсь, что вот там справа у нас должно быть там свободное место. Я надеюсь, что туда что-нибудь поместится еще в плане каких-то столов, стульев или что-то типа того. Так, а если мы с вами сделаем это как-то типа вот так вот, да? Вот так вот. Блин, ну тоже как будто немного не то, не? Так, картин давайте тоже переставим, соответственно, куда-нибудь вот сюда, чтобы не мешались. А то, мне кажется, они мешают немного нам в данный момент, в данную секунду. Давайте пока повесим сюда. Да? Ну, блин, ну вообще, ну что это? Ну как это понимать? А, так, ставим мы как? Ну, наверное, вот так вот как-то надо поставить, да? И как-то... Ну, нормально, что стояло. Вот так вот, да? А вот так вот. Ну, давай так поставим. Я думаю, в целом нормально. Ну вот, то есть здесь можно зайти. То есть здесь у нас будет человек, соответственно, да? А, назначь работника только 7-го уровня можно, серьезно? Блин. А вот это не продумал я, конечно. Вот это я немножко не продумал. Ладно, что, мы тогда, наверное, вот так вот сделаем, да? И вот здесь у нас поместится? Не поместится. И вот здесь у нас не поместится, да? Придется вот так вот ставить, да? А по-другому ты никак и не сделаешь, собственно-то говоря. Вообще никак по-другому не сделаешь. Из-за вот этой штуки, конечно, за кофейни с этой. Ну что ж, давайте мы с вами наконец-таки отправимся на выполнение заданий, соответственно, да, потому что нам с вами надо зарабатывать баблишко, чтобы расширить сегодня границы нашего бизнеса, соответственно, ну, а по-другому это быть никак не может. Интересно, как будет выглядеть то самое кафе, та самая бургерная, которую мы сегодня должны приготовить для наших новых клиентов. Интересно посмотреть, какой вообще объем работы. Понедельник, новый день, обычно выходные дни, приезжают больше людей, это мы знаем. Это должно быть фастфуд-кафе. Убери весь мусор, реставрируй все, что сломано, создай интерьер, декор, который подошел бы для фастфуда. Хорошего дня. Вау! Прикольно. Мне уже нравятся эти панорамные окна. Вау! Вот это красота. Вот это... Ематом! А что, это нормально, что крыши нету? А как там крышу-то реставрировать-то? Вот это скажите, пожалуйста-то, а? Да уж, мусора, конечно, тут убрать надо дофига. Но что поделать? Ладно, ребята, будем брать с вами заработку, соответственно. Сейчас уберем для начала весь мусор, и уже потом будем заделывать все здание. Я не знаю, конечно, как мы это с вами будем делать. Учитывая, что там как бы вообще крыши нету, да? Ну, возможно, такая чисто задумка, соответственно, дизайнерская, да? Как бы кто его знает, как это работает. В общем, сейчас уберем весь мусор и приступим уже к реставрации этого здания. Ну что ж, с уборкой мы закончили, и теперь готовы приступать к ремонту. Пока я убирался, знаете, что заметил? Смотрите, что тут надо делать, оказывается. Мы реально будем строить крышу, самую настоящую крышу. То есть я не знаю, как это вообще будет выглядеть, конечно, на финальном этапе, так сказать, да? Но это я вижу в такое впервые, чтобы мы делали пол, потолок, я не знаю, что это у нас такое будет, но здание у нас будет двухэтажное, и это радует. Единственное... А, ну то есть сверху у нас будет такая типа терраса, правильно я понял, да? Да, вообще кайф. Слушай, нет, тогда заведение вообще можно сделать прям красивое, прям очень красивое, я вам хочу сказать. Так, теперь смотри, мы делаем вот так вот. Не, ну сейчас красоту наведем, ребята, сейчас погодите секундочку, сейчас все с вами сделаю. А вот эти дыры как заделать, погоди, вот это очень интересно. Вот эти дыры заделываются, почему-то только дыры в самом центре, а все остальное не заделывается. Это как понимать вообще, скажите, пожалуйста. Ну вот, а вот, смотри, заделывается. Вот, все, пошло, поехало, все, понимаю. Слушайте, ну, ребят, пока в голове есть определенная картина, как это может красиво выглядеть. Соответственно, надеюсь, у меня получится ее сегодня воплотить в реальность, реализовать. И, ну, это, слушайте, это хорошо, я думаю, будет выглядеть. Очень даже хорошо. Пожалуйста.
Пожалуйста, ну красота вообще-то, а? Ну ты глянь. Ах, как мне это нравится. Все, осталось сейчас просто тут доделать все вот эти вот дыры, заделать, соответственно, да? И уже, я думаю, будем приступать с вами к мебельной обстановке. Ну, а там, ладно, еще обои, там вот эта покраска, там, да? Ну, это как бы тоже, как бы, фигня вопрос, мы это все сделаем. Мы, как бы, мастера на все руки. Мы, как бы, знаем свою работу, как свои 5 пальцев, поэтому все нормально. Что вы понимали, мне нужно заделать каждую из этих дырочек. Кирпичик положить надо, вы прикиньте вообще, а? Ты глянь, сколько дырок здесь этих, это же вообще жесть какая-то, а? Ну ладно, в целом не так уже сложно на самом деле. С этой стороны, я видел еще с той стороны были такие же кирпичики, которые также надо было уложить. А и вот еще, смотри, с этой стороны, и вот с этой стороны. Сейчас все заделаем, стеночки красивые, у нас сверкать будут только так. Не, ну тут еще надо логотип повесить красивый, тогда вообще кайфарики будут. Ну все, дорогие друзья, ремонт закончен. Ну как закончен? Это мы реставрация закончена, соответственно, да, теперь мы приступаем уже к внутренним работам. Соответственно, первым делом мы сейчас с вами, мне кажется, в закусочную, точнее, в бургерную, нам с вами, мне кажется, надо подобрать что-то типа дерева, наверное, да, какого-то. Ну, кажется, дерево, ну, это типа, знаете, дерево, это стиль мака, да, то есть, как бы, ну, вкусный. Точка, кто понял, кто понял. Вот, поэтому мне кажется, что сюда, ну, идеально впишется в эту историю. Осталось лишь только понять, какого оттенка, вот в целом, вот, может, такое. Ну, нет, это больше под дом, как будто под линолеум какой-то, да. А, так, а вот если такое, а ну-ка, вот это уже другое дело совершенно, а. То есть, смотри, у нас будет чисто деревянные полы. Я думаю, это вообще кайф, реально, ты посмотри. Не, ну нормально, в целом реально красиво. Красивая бургерная получится, я вам обещаю, ребята. Я некрасиво сделать просто не могу. Потому что я обожаю такие штуки, я обожаю, когда даются такие задачи. Поэтому от этого я получаю лишь только одно удовольствие. И тут реально хочется подзапариться, подзадуматься, чтобы навести прям, ну, красотулечку. Значит, сейчас подберу правильные обои, сделаю нормальный потолок, а не вот эту плитку, соответственно, да. И вообще тут все сверкать будет. Ну что ж, вот такой вот первый этаж у нас с вами получился, как по мне, самое то. Ну, не знаю, мне реально нравится. Напишите обязательно в комментариях, конечно, это лишь только начало, это все без мебели, соответственно, все остальное. Вторым этажом я еще пока не занимался, но так как это у нас терраса, соответственно, да, то покрытие террасы должно быть у нас также из дерева. Соответственно, чтобы это смотрелось очень-очень красиво. Так что мы сейчас с вами, а ну-ка, вот это мы уже, по-моему, с вами проверяем. Вот, а вот это уже сюда подходит, смотри. А вот это уже намного интереснее смотрится, вот именно здесь вот. Не, ну пока вообще красиво, реально, ну ты глянь, а, ну что за красота. Не, ну вот такую бургерную реально бы хотелось бы открыть в реальности, ну то есть, вот знаете, такая двухуровневая терраска наверху, это просто какая-то мечта, если честно, реально. Вот, потому что, ну красота, прикинь, ты прошел бургер похавать, идешь на второй этаж, садишься на свежем воздухе, сидишь, вообще отдыхаешь. Не, ну смотри, ой, ну я прям не могу, как же это классно, как же это круто-то, а. Так, а что у нас по задачам вообще, что нам осталось, стены, а где мы стенку одну не поставили, да? Ладно, сейчас найдем, где не поставили, я, кажется, знаю, где. Я вообще не знаю, что вот это у нас локация, но по идее... А, вот эту стенку мы с вами не поставили, да. Но у нас вообще, по идее, это типа толчка, наверное, должно быть. Ну, что-то типа того, да? Ну... Каково оно? Во, все. Осталось ли только поставить нам 5 столов, кассовый аппарат, лампу, декор, развлечения, кухню, столы, печки. Короче, сейчас мы всем этим займемся. В общем, друзья, я сейчас все тут красиво обставлю, и по щелчку пальца произойдет настоящая магия. Ну что ж, дорогие друзья, все готово, все приготовлено. Я надеюсь, вы готовы окунуться в это произведение искусства. Ну что ж, как по мне, получилось реально офигенно. В такую бургерную я бы сам с удовольствием пришел, если честно. Ну что ж, давайте смотреть. Значит, на входе у нас там мощные бургеры, очень вкусно. Вот такая вот у нас тут веранда. Посмотрите, как красиво-то, а. Взял бургер просто, сел сюда и просто чилишь, отдыхаешь на природе, кайфуешь. Но это только начало. Заходим внутрь. Тут у нас коврик welcome. Добро пожаловать. Игровой автомат, барная стойка. Вот такая вот кухня получилась у нас. Единственное, конечно, я не понимаю. Ну, типа, тут реально можно было объективно все это как-то скомпоновать так, чтобы тут еще было много свободного места. Но, к сожалению, игра этого не позволяет сделать, потому что какие-то ограниченные области, ограниченные зоны. У каждого предмета своя какая-то, короче, там очень долгая история. Ну, вот судя по прошлому, позапрошлому ролику, вы уже должны знать, как это работает. Значит, вот такая вот у нас получилась кухонька. Ну, вообще, по-моему, так идеально, реально. Очень красиво, очень приятно смотреть на все это. Ну, в общем, вот такой вот толчок у нас. Конечно, я согласен, что не классно, потому что приходится посетителям идти вот так вот через кухню. Ну, а по-другому никак не сделаешь, к сожалению, да. Вот, значит, здесь у нас попкорн, здесь у нас барная стойка. Ну, и мы с вами перемещаемся на второй этаж, и здесь вот такая
вот огромная терраса, где еще много всяких мест. Тут реально, мне кажется, тут места больше, чем, блин, у меня в ресторане. Я вообще не понимаю. Хотя площадь в разы меньше. Капец, я тоже так хочу. Ну, в общем, ребята, вот такой вот ресторанчик у нас получился. Погоди, стоп. А, кстати, логотипы. Логотипы мы с вами делать тут не можем, да? Блин, жалко. Но было бы круто сюда поместить какой-нибудь логотип бургерный. Это была бы реально очень красивая картина. Ну что ж, мы с вами выполняем эту задачу. Завершить на 100%. Да, и все. Ровно все везде на стол. 600 XP получаем. И 5000 долларов у нас с вами сохраняется. И это вообще прекрасно. Сейчас будем возвращаться к нашему ресторанчику. Вторник, новый день. Ну, кстати, я хочу сказать, что на это создание ушло очень много времени. Очень много времени ушло на создание этого ресторана. Поэтому я надеюсь, вы кайфанули. Напишите потом, пожалуйста, в комментариях. Вот чисто по 10-бальной шкале. Сходили бы в такую бургерную или нет. И как вам вообще в целом внутри понравилось или не понравилось. Так, что мы с вами можем тут вообще сделать? Давайте, чтобы красиво завершить наш сегодняшний день, я вам что предлагаю сделать. Давайте мы сделаем как? Мой ресторан и улучшаем. А что, погоди, пока недоступно продолжать. Недоступно, реально, серьезно. Я-то думал, мы уже можем расширить. Жалко, 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 очень жалко. Но так или иначе, давайте наймем тогда сотрудника, потому что мы с вами можем. Вы можете найти уборщика, вы можете найти человека в костюме, чтобы привлечь больше. Нет, мне надо именно. Вот, мне нужен один человек. Нанимаем вот этого, соответственно, да. И нанимаем его вот сюда на работу. Все. Теперь у нас есть бариста. Теперь у нас есть человек, который будет отвечать за кофейные напитки, за круассанчики, за все вот. Такие вот коктейльчики вообще красивые, вкусные. Ну вот красота. Единственное, конечно, то, что у нас теперь два места только в помещении. Три, ладно, с учетом барной стойки. И этого маловато. Как-то решать эту проблему надо, но как, я, честно говоря, пока не знаю. Если у вас есть какие-то идеи по поводу решения проблемки, ну, так сказать, то пишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать, потому что как, если честно, уместить тут столько свободного места, я вообще не понимаю. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Обязательно поставили лайк и, конечно же, подписались на канал. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Ну а мы, как по-прежнему, продолжаем зарабатывать миллионы, миллиарды в такой игрушке кафе Овнер Симулятор. С вами сегодня был Алиша Кофе. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.